Идете вы такие ночью по деревьям и видите зомби. Значит, что мы делаем? Даем ему немножечко слабости и добиваем его. Спокойно добиваем. Все очень просто. У тебя есть чётенький канал на ютубе или сервак в Майнкрафте, но на них никто не заходит, и ты хочешь, чтобы о них узнали? Есть решение! Реклама у Владуса. Кино я водил твою рекламу. Отписка. Дизлайк. Спокуха. Значит, решил я открыть на своем канале рекламу. Реклама будет действовать до середины июня. И рекламой будет заниматься Бицуха. Просто хороший парень. Так что все будет в ажуре. А ссылочка в описании. Теперь мы приступаем к обзору мода. Всем привет, с вами Владус. Сегодня у нас очередной обзор мода. И сегодня мне попался довольно интересный мод. Он добавляет очень много стрел, которые дают какие-то бафы. Это действительно очень интересно, потому что вот зацените. Например, возьмем стрелу на медлительность на одну минуту. И смотрите. Хоп, хоп. И мы превращаем обычных зомби в слоупоков. И нам не нужно подвигать к ним, кидать какое-то зелье, которое распространяется всего лишь там 5 на 5 в радиусе или сколько. Мы просто издалека можем стрельнуть по ним, а потом подбежать и спокойненько уже добить. Они вам практически уже ничего не сделают. Ну, вы можете спокойно вот так вот ходить, да. Ха, в принципе, нормально. Нормальная тема. Смотрите. Оп! У него сейчас слабость и медлительность. Его вообще сейчас... Лучше не трогать, короче. Значит, тут какие есть стрелы? Есть стрелы на скорость, есть стрелы на моментальный урон и так далее. В принципе, здесь стрелы идентичны зельям. То же самое, вот просто все то же самое. Какие есть зелья, такие есть и стрелы. Но мы знаем, что моментальный урон, он не сработает на обычном мобе. Он его похилит, вот тупо похилит, вот смотрите. Че? Нет, мы лучше его трогать не будем, смотрите. Моментальным уроном мы хилим мобов. Но чтобы добавить урону к нашему луку, например, мы берем просто стрелу с мгновенным лечением. И смотрим, что у нас происходит. Кракс ему просто, ему как бы сносит 2, по-моему, и дополнительно еще сколько-то. Посмотрите, сразу 8,4, видели? Все, ну и вот так вот мы на споке разматываем всех мобов. Также есть стрелы с ночным зрением. Давайте их заценим на себе, смотрите, хоп. Да, так можно использовать вообще все бафы. Также пускать воздух, ну, чтобы она упала на тебя. И все, вот у меня ночное зрение на 8 минут. Не, ну круто же! То есть вам скрафтить всего лишь чуть-чуть стрел. Это даже выгодно. А-а-а, черт возьми, за мной бегают. Пошел отсюда, пошел! Вам скрафтить надо всего лишь 8 стрел и одно зелье. И получается, что вы из одного зелья делаете 8 зелий. Четенько? Четенько. То есть, вот я вам сейчас покажу наглядно, как это все крафтится. Смотрите, хоп! И вот вам 8 стрел ночного зрения. И также абсолютно точно так же с другими стрелами. То есть, внутри зелька, вокруг стрелы. Что вы хотите? Главное, чтобы внутри зелька. Также есть стрелы с отравлением, но... Зацените, смотрите, смотрите. Не работает отравление на мобах. А, нет, смотрите, на крипере сработало, но, например, на лучнике оно не работает, на пауке тоже не работает, и на зомби не работает. Это вообще очень странно, я не понимаю, смотрите, зомби, да, стоит. Ну просто, единицу ему снесло, ну сейчас троечку, да, вот стрелу отравления лучше не крафтить, я вам так советую. Ну хотя, на остальных, на мирных мобах она работает. Я вообще не понимаю, чё, как это вообще здесь, по какой системе, но это довольно странно. Также тут есть стрела скорости, зацените. Черт, меня же сейчас убьет. А, чё это? Очень легко, кстати, спутать стрелы дыхания под водой и ночное зрение. У них там только чуть-чуть цвет отличается. Вот посмотрите сами. Можно с собой носить целую комбинацию стрел, но учтите, стреляет та стрела, которая именно на первой ячейке. Это обязательно надо учесть. И это у нас стрела силы. Зацените. Черт, не-не-не-не-не. В принципе, тут аккуратненько мы... Ударяем по себе и все. Давайте откинем назад. Добавим скорости. Откинем.
добавим мгновенно... Нет, мгновенное лечение мне, в принципе, сейчас не понадобится. Откинем назад и немножко... Отлично. Немножко ночного зрения. Теперь мы кладем мгновенное лечение и валим на зомби. Херакс! У нас еще... У нас сила. И плюс еще на стреле мгновенное лечение. В принципе, два удара и... Моб готов. Все. Ох ты, тварь, ты че, откуда прилетел? Ты че? Ты на кого? В натуре? В натуре? Я хилю паука. Давай я тебя так рукой тогда забью. Я потому что сейчас рукой сношу по 3 хп целых. И вот это, мне кажется, что это офигенский мод, потому что... Черт, почему я грипера-то хилю? Мгновенное лечение должно их убивать. Да нечестно! Нечестно! Отбежать я, если что, всегда успею. Уу! Блин, ну давай. Все. И под конец мы просто подлечимся чуть-чуть. Двух стрел нам хватит. Все, мгновенное лечение сработало. И мы можем снова вступать в бой с этими ложками. Не, ну реально, согласитесь, просто это офигенный мод. Он поможет вам в бою. Вот еще про одну стрелу сейчас расскажу. Просто офигенская. Зацените. Стрела на невидимость. Офигенно, просто, а нифига у него глаза видно, я, кстати, не знал, что у пауков так, когда они невидимки, глаза так светятся. Все, он пропал, это пипец. И да, также можно эту стрелу пустить на себя, и смотрите, все, я, правда, немножко весь в стрелах. И я невидим, это вообще просто, вот эта стрела в бою, вот просто, если вы играете команда на команду, да, то вы бежите, да, и можете помочь своему другу тем, что... Вы запустите в него стрелу невидимости, да? И все. То есть, этими стрелами можно в бою друг другу помогать. И оп. Все, вот сейчас этот лучник невидимый. Да просто офигенский. Также там есть еще огнестойкость и так далее и тому подобное. В общем, этот мод для... Больше предназначен для тех, кто играет в команде. Вот это реально, вот на сервак такой мод, это просто бомба было бы. Ну что ж, я тут невидимка, да, но это ничего. В общем, я ставлю этому моду оценку 5, чистую пятерочку, ну потому что реально классный мод. Ну, есть один недочет, то что зелье отравления не на всех срабатывает. Но я думаю, что это в будущем исправится автором. Ну а с вами был Владус, обязательно ставь лайк, знаешь там, подписывайся, коммент оставляй. Че, вот ты че, не подписался еще что? Ну-ка быстро, на кнопку подписаться нажал. Че ты как это-то? Все, нажал, да? Я поверил тебе. Всем до новых встреч и всем пока.